мы на канале Сан Птица. Я Майя. Я Лея. Я Ариэла. Что должны делать настоящие классные девушки? Конечно, ходить на йогу, краситься и делать медитации. И вечером у нас будет вечеринка в стиле Wednesday. Погнали с нами. И сейчас мы на 75 этаже. Пришли заниматься йогой на гамаках. Пойдемте. Идем к Лее. Лея. Не мешай гнездиться. Ай, Лея. Нет. Можно тебя на секунду? Нельзя, я гнездюсь. Ладно, давай, что хотели. Ты когда-нибудь занималась йогой на гамаках? Нет, но сейчас мне очень нравится гнездиться. Хорошо, с Леей все понятно. Пойдемте дальше. Не мешай гнездиться. Еще одна. Майя, ты когда-нибудь занималась йогой на гамаках? Нет. Я А тебе нравится сейчас лежать тут? Да. Ну хорошо, пойдем дальше. Мы гнездимся. Там мой гаймак, надо дойти до него. Нам очень нравится вот эти потом гаймак. Потом я в него залезу. Попробуй сделать всякие трюки, давай. Окей. Первый трюк гнездо. А второй трюк какой? Сейчас. Ну-ка. Страшно. Давай. Давай я тебя так закручу. Ага. Закручу. Да не сдимись. Давайте садимся в гамак, мы сейчас сразу сделаем обезьянку. Итак, для обезьянки нам нужно будет полностью перехватить ленты гамака, отклониться, затем сделать широкий круг ногами, собрать стопы вместе. Это я могу. Головы. Так, надо как-то выпутаться обратно. У меня просто вся кровь прилила к голове. Привет, вы на канале Сан Птица. Да. Бабушки. И смотри, вот здесь. Смотри. Мама, я уже обезьянилась. Реально? Да. Вот, смотри, правая рука здесь, под коленями. Спасибо. Мы сейчас с вами встанем на гамак сверху, перехватываем перед собой широким хватом и ставим правую стопу сверху, так чтобы стопа у нас полностью прикрывала гамак. И теперь вытягиваем себя вверх, встаем. Давай сейчас вниз. Рил, с Рилой пошло не так. Рил, вернись обратно. Мам, я не могу. Вылези. Я уже представляю эти поросячьи кадры с красными глазами. Ле, как твои ощущения? Все хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас, за спину можно увести, взять в замок. Помогите! Сейчас будем лазить по гамаку вверх, доставать головой почти до потолка. Ой, как тяжело. Узкий гамак. На смерть. То же самое, я уже устала так, как будто я просто тренировалась 3 часа. Что это за человек-паук новый? О, Лея, вообще топчик. О, спросите Майю, она уже час висит так. Мне нравится! Давай. Туры-та-да-туры-ту. Знаете, у кого все получается лучше всех? Конечно же, у мамы. У меня, в смысле, не у тебя. Не у бабушки, а у мамы. Чтобы идти меня, я хочу... А как Лея в шпагате оказалась? Мы бабочки. Сейчас смотрите, начинайте сгибать колени, погружая их внутрь гамака и подтягивайте стопы себе под ягодицы. О, боже, как приятно. Нет, ты вообще неправильно все делаешь. Ты просто какой-то червь. Мама, меня тоже так же! Еху! Теряю еще контроль. Еще! Hello. Вы нарушаете мой покой. Гамачный покой, умиротворение.
Лея, ты чувствуешь просветление? Нет. Почему? Я хочу еще просветлиться. Чтобы точно просветлиться, мы будем стоять на гвоздях. Давай я сниму. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Глаза не открываем. И делай глубокий выдох. Можете вправо, влево, как вас тело ведет, подвигаться. Прям как чувствуете, как энергия у вас входит и как она вот распределяется. Да, можете покрутить вправо, влево. Не стесняйтесь, прям вот раскрывайте себя. Когда мы уже будем на гвоздях стоять? Вот уже сейчас. Что детки могут пойти в носочках, а кто постарше, можете снять носочки, да. Жалко, что я в носочках. Ты хочешь попробовать без носочков? Да. Май, можно без носочков? Если ты хочешь, да. Пожалуйста. Май, да ты там... Я сначала в носочках. Я первая, реально. Отлично. Молодец, Майя. Если хочешь, потом с носочки сними, ты попробуешь. Не спеши. А в чем залог успеха? Больно, нет, больно. Давай, давай. Не будешь? Ты смотришь, дружка, как ты в жизни себя проявляешься, больно, да? Не могу. А как моя прошла? Легко. Вообще легко, да? Угу. Я жирная или что случилось? Да я попробую в носках. Угу. Мам, нормально. Покажи, Карл, покажи нам. Нога. Лет, окей. Все. Стоим, нет, постоим тут. Как ты чувствуешься? Стоять нормально. Ну, Ариэлла, ты сбила весь настрой. Я уже хочу, чтобы она закончилась. Да? Да. Похлопали? Можно? Тем временем Ариэлла почти прошла. Молодец! Похлопали все. Каждый создаст свое намерение, свое желание. То есть это не просто так, что мы сейчас спасли, не просто так. Вы можете благодаря этому запустить процессы. Я счастлива каждый день. Чтоб пожили динозавры. Я хочу рисовать аниме. Я тоже не могу стоять. Мама, посмотри, как мы стоим. Супер. Можно меня подтянуть? Это все хорошо? Супер. Первые 5 минут так всегда. Я стою, ухожу. Нет, мы стоим. Я не могу. Подержаться за меня. Можно мне тоже? Я здесь. Да. Самое главное, ноги не переставляем. Ну, тут, наверное, не отстояли. Мама, ты как там? Я не могу. Я тоже не могу. Да, я уже не хочу. Я тоже не хочу. Это мозг не хочет, временно. Я хочу заплакать, но я не могу почему-то. Потому что... Ну, я реально так вспотела. Нет. Помогите нам. Я тут не кричать, чтоб мама. Еще 1 минута, 10 держится. Да, еще хотя бы еще минутку-две, и мы все будем вставать. Минуту. Нормально, все хорошо. Вы почувствуете состояние другое. Еще бы это сделала. Все, мам? Да. Да. Теперь, да, плавно сходим, плавно. Мама, смотри, какая жесть. Вперед. Просто ноги. Не буду больше. Не стойте на гвоздях. Давай, покажи ноги. Жесть. Дайте мне второй. Я тобой горжусь. Майя, ты просто вообще мощь. Мне очень понравилось стоять на гвоздях. Стойте все на гвоздях. Ты чувствуешь просветление? Да. Это ужасно. И как бы ты вроде хочешь встать, но тебе запрещают. Мы закончили сейчас только что нашу практику. Гамаки. Классно, весело, интересно, но гвозди. Я первый раз, так же, как и все мы здесь, сегодня пробовала стоять на гвоздях. И вот эти первые секунды, когда ты только встаешь, кажется, что это невозможно, кажется, что это боль просто какая-то непреодолимая. Но ты, тем не менее, почему-то продолжаешь стоять. После 30 секунд кажется, что все, я больше не смогу, ни капельки. И в итоге, прикиньте, вот в таком состоянии, что, ну, вот прям в каком-то мощнейшем преодолении себя мы простояли 5 минут. Круто же? Круто. 5 минут мы простояли, да.
И более того, я хочу еще. Мне понравилось. Мне было очень плохо, очень больно. Я плакала, но мне очень понравилось. И маме тоже. Короче, мы пошли покупать себе гвозди. Прямо сейчас, с этого прекрасного места, мы отправляемся на вечеринку в Wednesday Party. Let's go with us! Можем повторить? Ничего себе! Сейчас мы попали на ту самую офигенную вечеринку. Пойдемте, я все вам покажу. Здесь очень красиво и очень много неонового света. Например, здесь много всякой еды. Здесь такой большой стенд и виолончель, или как она называется? По-моему, так. Здесь много еды. Тут большой экран. Телевизор. Тут счет. Так, идемте дальше. Здесь какая-то грязная посуда. Уходим отсюда. Здесь вот очень много плакатов и всяких штучек. И здесь вот наши Wednesday Init XAVE. Тут у нас монстр. Это Хайд. Он делает вот так вот. Сейчас мы видим детей в их естественной среде. Пойдемте. Что вы тут делаете? Пытаюсь справиться. Почему твоя сестра такая сильная, и ты не говорила об этом? Это Лея. Это Лея. Попробуй. Это Wednesday. Точнее, я тебя. Меня только что размазали в армрестлинге. А сейчас у нас начнутся крутые челленджи. Погнали. А сейчас мы будем стрелять из настоящих луков. Практически все выйдут в опасность во дворе. И начинаем через 3, 2, 1, бросок! Ну, за какой же результат? Мам, я хочу теперь! Запрещились! 3, 2, 1! Вау! Результат прямо как у мамы! Лея, давай! Лея! Да. Или тебе надо было пустить? Да! Лея! Лея! Высовывай ручки. Первая вещь. Окажется в бокс. Ты готова? Да. Готова? Да. Опускай свои ручки. Котик. Котик? Ладно. Очень похоже на котика, но не он. Это заяц. А на самом деле это не живое. Это мех? Это мех. Верно. Это меховая шапка. Так, хорошо, а давай так. Вот что самое мерзкое существует на этой планете, но при этом тебе это нравится? Что? Лук? Лук? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Давай. Начинай. Продолжаем сейчас. Скажи, а сейчас, прямо сейчас, нужно выхватить на скорость нужный предмет. Погнали. 3, 2, 1. У Ирины настолько хорошая реакция, что ей не надо дать. И Лея была первая. И раз, первый балл. 1-0. Далее. 1-1. Меньше крылья. А, что происходит? 2-1, 2-1, Ариэла ведет. Ну что? И еще
Да, отлично, отлично, Оксана. Первый балл, прекрасно. И один-один. Сосредоточьтесь, запомните, что где лежит. Роза. Очень-очень волнительный момент. Финальные секунды. Вот сейчас решится, кто будет теперь прибираться дома со всеми. И победа держит Оксану! Ну что, поздравляем аплодисментом, Оксану! Сейчас нам надо будет добраться до вот этого Хайда, чтобы он нас не заметил. Когда горит красная лампочка, нам нельзя идти, а когда зеленая, мы можем идти. Как ты думаешь, ты доберешься? Думаю, да, это легко. Итак, друзья, приготовились. Первый тренировочный раунд начинается прямо сейчас. Как только загорится зеленый цвет, вы можете двигаться. Раз, два, три. Ребят, опасный был, если вы не обратили внимания. И можно двигаться. Будьте очень внимательны. Двинулась. Слушай, вообще. Ариэл, ты очень близка, осталось чуть-чуть до твоей цели. Как будто хочешь покормить Хайда. Лея, я все вижу. Прыжок на месте. На желтом ничего. Прыжок. Прыжок. Молодцы. Прыжок, верно? Я первая! Втроем! Нет, она не пролазит. Давай попробуем. Это другой немного. Лея, прости, пожалуйста, но жизненные обстоятельства складываются так, что тебе еще необходимо попробовать в наручниках. Я сейчас победила всех, я была самая быстрая. Я победила Майю, маму, Ариэлу. А сейчас мы будем танцевать, как настоящая Венсли. Да! Один наш день. Если хотите увидеть больше, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, иначе мы вас забодаем.